Всем привет! С вами Мистика. Сегодня я вам расскажу об астралах. Пройти в астралы вы можете через иконку на нижней панели вашей игры. Астралы. То есть, зайдя сюда, вы видите вот такое вот окошечко. То есть у главного героя и у героев вашего отряда по достижении определенного уровня открывается слот под астрал. То есть, вот, допустим, следующий слот у меня откроется на 64 уровне. И так, каждый слот, который у вас закрыт, вы можете посмотреть, какой вам нужно достичь уровень, чтобы его открыть. То есть, для того, чтобы посмотреть, какие бывают астралы, вы можете пройти во вкладку «Обмен». То есть, здесь мы видим только желтые астралы, ну, оранжевые. Но астралы, которые здесь мы видим оранжевые, есть точно такие же. Зеленого качества, синего и фиолетового. Так, для того, чтобы перевести ваши астралы в опыт, которые вам не нужны, вы можете нажать кнопку «Использовать», и все ваши астралы переведутся в опыт. Здесь вы можете выбрать, какие астралы использовать в опыт, какие нет. То есть, если, допустим, вам фиолетовые астралы не нужны, вы можете поставить ограничения на мифические, то есть у вас тогда не будут только оранжевые астралы в опыт перерабатываться, а все остальные будут перерабатываться автоматически в опыт. Для того, чтобы получить астралы, можно нажать кнопочку «Активировать». То есть вот, можете по одному активировать и получать по одному астралу, или же при достижении определенного уровня VIP вы можете активировать полностью, дополнить все свободные ячейки. Это выглядит вот таким вот образом. И сразу же у вас используется это ПУК. То есть все осталы, которые вам не нужны. Если вы поставили галочку автоиспользования, у вас перерабатывается опыт. Если вы эту галочку уберете и заполните все свободные ячейки, то есть все осталы у вас останутся на месте. Они не используются автоматически. Давайте снова переработаемся в опыт. То есть, когда вы набираете шкалу опыта, после этого вы можете повышать уровень астралов, которые у вас уже имеются в наличии. Вот, допустим, барьер. Барьер дает нам массу щиту, и мы можем увеличить его уровень до 5. То есть, когда вы нажимаете на увеличение уровня, у вас появляется вот такое вот сообщение под карточкой. Подтвердить. Вот мы повысили астрал, получили прибавку к боевому рейтингу. И точно так же мы можем использовать дальше астрал. То есть для того, чтобы активировать астрал, нам потребуется 4000 золотых монет. То есть сколько в наличии у нас монет, вы можете посмотреть в правом нижнем углу астрала. Активируем и перерабатываем монеты. То есть точно так же вы можете повышать эти астралы и у героев вашего отряда, то есть у ваших помощников. Также вы можете активировать сверхновую, то есть это получается тот же самый астрал, только здесь гарантированно вы получите оранжевый астрал, то есть один из высших астралов. Но для этого вам нужно купить 200 алмазов. В зависимости от вашего уровня VIP у вас есть определенное количество попыток. Вот, допустим, у меня 5 VIP и у меня 25 попыток. То есть я могу в день 25 раз нажать сверхновую, заплатив 200 алмазов за каждый раз. Ну, я так думаю, что это очень дорого. Также, когда вы ловите астралы, вот видите, мы поймали сейчас оранжевый астрал, и у нас активация заполнения остановилась, потому что стоит автоиспользование. Вот. Ну, давайте мы его кого-нибудь изменим, у кого у нас нет астрала. Вот, давайте сюда изменим, пока пусть он тут повисит. Нажимаем дальше, активировать. Так, также вы получаете части звезды. Эти части звезды вы можете обменивать на астрал. То есть, зайдя в обмен, вы видите, какой астрал и сколько частей звезды нужно потратить на то, чтобы приобрести тот, который вам нужен.
Ну, здесь вот вы видите, что обозначают эти астралы. Тут, допустим, есть вот цветок, то это опыт астрала. Тут он ничего вам не добавит. Он добавит опыта вам богиням. Все остальные астралы, как вы видите, добавляют вам, дают прибавку к вашему боевому видению. Ну, вот, в принципе, все, что я вам хотела рассказать об астралах. Видеоролик создан специально для канала YouTube RBK Games. Подписывайтесь, смотрите видеогайды. Пока-пока!